я прошу вас, отпусти... То есть нам помогут? На помощь не надо, прекратите! Итак, этот ублюдок распространял свой чернопятничный сюрприз в крупных универмагах. А какой из них самый известный? Эйплс. Возможно, Амхерст начал именно с него. Нам нужен исходный немутировавший штамм вируса, чтобы сравнить его с мутировавшими штаммами наших пациентов. А найти его можно только на тех купюрах, с которых все началось. Давай в Эйплс и принеси оттуда все зараженные купюры, какие найдешь! У нас ничего бы не вышло. Спасибо за помощь. Благодарю за помощь. Me alegra que no hayas escapado. Это они нам должны. Это будет весело. Они убили Алину. Поблизости обнаружена эхозапись. Выпустите нас! Мы на все согласны! Господи, не надо!
А если двинуть клон? Наверняка там полно богачей, там дипломатов, типа всяких. Легкая добыча, а? Ты все рехнулся? От нас там мокрого места не останется. С чего бы? С того бы. Ты что, не видел этих парней? Крутые спецназовцы с мощными пушками, бля. Супероружие, не то, что этот АТГшный мусор. Ха. И не думаешь, что тебя поймают и будут судить. Сразу расстреляют. Так что нефиг. Куда угодно, только не туда. Так, агент, твоя задача — найти купюры, которые распространял наш дорогой Амхерст, поскольку на них должен быть исходный штамм вируса. Эйблс — один из первых очагов заражения, так что, если повезет, там будет полно таких купюр. А также нью-йоркцев. В универмаге один из самых крупных лагерей беженцев. Не хочу на вас давить, но без этого исходного штамма нам не на что опереться. А значит, на вакцину можно не рассчитывать. Так что это производственная необходимость. Температура поднимается. Концентрация углекислоты повышена. Ого, похоже, в здании пожар.
Я загружу в ИСАК планы этажей. Наверняка они тебе понадобятся. Расчет маршрута к пульту системы пожаротушения. Танзанит, у вас такое есть? Просто прелесть, а не часы. Ну скажи. Извините, у меня кредитка не работает. Ничего страшного. Сдача. Долларов 20 центов. С праздником вас. Обнаружен активный эхо-маяк. Система пожаротушения включена. Система блокирована на верхних этажах. Снимите блокировку вручную. Отлично. Иди вперед. Я пороюсь еще в этих схемах. Буду сообщать тебе, где выключатель. Напоминаю, тебе нужно найти те купюры, на которых был исходный штамп. Ищи везде. В кассах, в коробках для пожертвований, в банках для чаевых. Везде, где только могут быть наличные деньги.
Твою мать! Тест на вирусное заражение отрицателен. Дочка просила. Танзанит, у вас такое есть? Господи, ну ведь просто... Тест на вирусное заражение отрицателен. Тест на вирусное заражение отрицателен. Thank you.
Надеяться, ты успеешь найти эти купюры до того, как чистильщики все сожгут. Высокая температура разрушает ДНК. Уже при 100 градусах ковалентные связи рвутся, и двойная спираль расстегивается, словно молния на платье у старшеклассницы. Еще и поэтому не стоит их к себе подпускать. Ну вот, и я о том же говорю. Тесты на вирусное заражение отрицательные. Тесты на вирусное заражение отрицательные. Внимание! Опасность возгорания. Судя по схеме, впереди находится аварийный переключатель. Повышенные концентрации вируса. Есть. Значит, где-то рядом зараженные купюры. Ищи их. Только не слюняй, когда найдешь. Опасность возгорания. Я нашла еще один выключатель системы пожаротушения. Высылаю координаты. Внимание! Противник поблизости.
Агент, не хочу надоедать, но мне нужны эти купюры. В целости и сохранности. И не обугленные. Обугленные края означают, что молния на платье уже расстегнута. И постарайся не погибнуть, ладно? От обугленных агентов тоже нет никакого толку. Внимание, вы входите в зараженную зону. Внимание, подтверждено наличие вируса. Агент, будь начеку. Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ. В здание прибыли новые группы чистильщиков. Держись от них подальше. Повторяю еще раз, купюры должны быть как новенькие. Ну, ты понимаешь? Вы выходите из зараженной зоны. Thank you.
опять в переносной резервуар. Внимание, противник! Противник. Просто потрясающе. Найти в разоренном универмаге купюру с исходным штаммом все равно, что иголку в стоге сена. Но тебе удалось таки это сделать. Жду не дождусь, когда ты притащишь их сюда. Обалдеть. Кстати, агент, с меня выпивка, если она еще где-то осталась. Спасибо, агент. Этот образец исходного штамма мне очень помог. Я подготовила отчет для потомков и для ЦКЗ. Ты тоже посмотри. Образцы оригинального патогена «зеленые травы», взятые с купюр, использовавшихся для первоначального заражения, позволили нам детальнее изучить базовый геном. Я обнаружила прямые свидетельства того, что вирус создан искусственно. Генетический материал полудюжины других патогенов. Их внедрили, чтобы повысить убойную силу вируса.
А если двинуть клон? Наверняка там полно богачей, там дипломатов, типа всяких. Легкая добыча, а? Ты все рехнулся? От нас там мокрого места не останется. С чего бы? С того бы. Ты еще не видел этих парней? Крутые спецназовцы с мощными пушками, бля. Супероружие, не то что этот АТГшный мусор. Ха. И не думаешь, что тебя поймают и будут судить. Сразу расстреляют. Так что нефиг. Куда угодно, только не туда. Нужно зачистить. Быть того не может. Черт! Вот дерьмо. Хочешь меня грохнуть? Поблизости обнаружена эхозапись. Рядом с вами находится эхозапись.
обнаружен активный эхо-маяк. Дочка просила танзанит. У вас такое есть? Господи.
Внимание! По всем данным, эта зона заражена. Вы покидаете зараженную зону. Просто мимо прошел. Сработало. В ловушку на крыше попалось 3 голубя. Супер. Приду минут через 20 и научу тебя, как их ощипать и выпотрошить. Да не буду я. Будешь, если есть хочешь. Да ладно. Ты же заставил меня выучить этот долбанный CSS. Тебе понадобятся резиновые перчатки и кухонный нож, только не тупой, а еще ножницы для крыльев. Если что, блевать буду на тебя.
хреновое дело. Мы тебе очень рады. В безопасной зоне. Как дела у моего лучшего клиента? Я поддерживаю подобие порядка, чтобы все не развалилось к какой-то матери. Я безмерно уважаю этих ребят. Они наши люди, наши соседи, мы их всех знаем в лицо. Но кроме них есть и кое-кто еще. Вы что-нибудь слышали про президентскую директиву о национальной безопасности за номером 51? Нет, конечно.
страшно звучит, да? Просто вы не знаете. Спины агенты. И когда директиве 51 дают ход, они начинают в нашей несчастной стране. Агент, я буду твоим связным в этом портале на случай. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Вы вошли в безопасную зону. Внимание! Выход из безопасной зоны. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Да, это я. Да без понятия, когда меня домой отпустят. Ты на работе? Скажи, что нет. Ну, пожалуйста. Слушай, милая, у нас тут куча проблем с главной турбиной. А если она накроется, мы все будем в жопе, весь Манхэттен. Я сейчас не могу уйти даже...
бога, я... Нужно зачистить весь этот дом. Нет! Пожалуйста! Ради бога, я прошу вас. Агент, у нас серьезная проблема с...